с утра Фанские горы еще больше бодрят своей яркостью и чистотой воздуха. Пока готовится завтрак, мы делаем небольшой трекинг на Алаудинские озера, что расположено немного выше лагеря. И наш трекинг тоже не случайно. Во-первых, это дает возможность размять все тело после долгих часов езды на мотоцикле и увидеть просто необычайно красивые Алаудинские озера, в честь которых, в общем-то, и назван альп-лагерь. К сожалению, с нами не мог пойти в этот трекинг Рэй. Он почувствовал недомогание. Он принял решение пересесть мотоцикл в машину. Я считаю, что это очень мудрое решение, потому что спуск с Фанских гор и дорога до Душанбе довольно опасная. На перевале достаточно посмотреть вниз с дороги, чтобы увидеть, чем, в общем-то, могут здесь обернуться ошибки водителей. Дорога до Душанбе по-прежнему проходит по просто головокружительным горным перевалам и знаменитому Анзопскому туннелю. Знаменитым он стал не потому, что сократил проезд через Анзопский хребет почти на 5 часов, а потому что он был когда-то в ужасном состоянии. Представьте, 5 километров мрака без освещения, вентиляции и постоянно стекающей водой с потоками, которая местами поднималась выше автомобильного колеса. Все это наводило жуткий страх на всех, кто проезжал через него впервые. Люди, вышедшие из него, чувствовали себя как заново родившиеся. К счастью, не так давно был сделан капитальный ремонт Анзопского туннеля, поэтому проехали мы без каких-либо осложнений и нервотрепки. И к вечеру этого дня мы благополучно приехали в Душанбе. Кстати, в этот день как раз был праздник Курбанайт. Это большой праздник, который отмечают мусульмане всех стран. И в этот день, в общем-то, принято поздравлять друг друга, дарить подарки и, конечно, накрывать стол, чтобы угощать соседей и родственников. И мы заехали в нашу гостиницу как раз в тот момент, когда хозяева гостиницы накрыли у себя во дворе большой стол с разной вкусной едой и сладостями. Мы были усажены за этот стол, как с корабля на бал, и нам не пришлось идти куда-то на ужин, куда-то в ресторан, все получилось как нельзя лучше. В общем, одним словом, звезды улыбнулись нам в этот день. ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما.